Его биография засекречена и сегодня. Восстанавливать жизнь разведчика приходится буквально по крупицам. Но и тех данных, которые известны о нем из кинофильмов, документалистики и публикаций, достаточно, чтобы понять, что перед нами настоящий герой своей страны и профессионал своего дела. Николай Кузнецов был действительно неординарным, хотя его происхождение не предвещало ничего необычного. Пермская губерния, село Зырянка, июль 911-го. В простой крестьянской семье рождается мальчик Никанор. Это имя Кузнецову не нравилось с самого детства. Чуть позже он станет Николаем, даже не подозревая, сколько еще разных имен и легенд уготовила ему судьба. То, что он был природный полиглот, наверное, это не секрет, потому что в совершенстве, зная не только немецкий язык, но и диалекты немецкого языка, вот, он в то же время сумел изучить и украинский, и польский, и коми-пермяцкий вот, язык. Это талант. Талант у него был от Бога, который, в общем-то, потом и был использован органами государственной безопасности. С раннего детства он был непоседой, хотя при этом учеба ему давалась легко. Знания он постигал с большим интересом, а языки особенно. У него были уникальные языковые способности, но во время учебы увлечение Кузнецова считают блажью. Школьная учительница Нина Николаевна Автократова, получившая образование в Швейцарии, сильно повлияла на Никанора в вопросах изучения языков. В других источниках сообщается о приятельских отношениях ученика Коли с преподавателем труда, бывшим военнопленным чехом Францем Яверуком. Очень быстро Кузнецов становится настоящим полиглотом. Немецкий, французский, а затем польский, украинский, коми и даже эсперанто, на который он переводит лермонтовское Бородино. Казалось бы, Николай Иванович, да, проявил языковые способности еще в Талице. Немецкий, латынь, по крайней мере, письменно, эсперанто. Это все языки, выросшие из одного корня. В конце концов, языки, основанные на индоевропейской языковой семье. А языком, вы знаете, что это уральская языковая семья. И освоить с нуля язык, который не имеет ничего общего с привычным, освоить настолько, чтобы общаться с носителями, практически без акцента, настолько, чтобы стихи писать на нем, вот это по-настоящему характеризует Николая Ивановича как уникального человека. Он не просто знал коми, он разговаривал на нем и с легкостью мог себя выдать за представителя зырянского народа. Для Николая Кузнецова постижение новых языков стало сродни некой зависимости. Удивленному товарищу он однажды сказал: «Знать несколько языков – это прожить несколько жизней, как будто пророчествуя». Так с ним и произойдет. Он проживет эти несколько жизней под чужими именами и с выдуманными биографиями. После окончания школы поступает в Тюменский сельскохозяйственный техникум. Смерть отца вынуждает вернуться на родину и продолжить обучение уже в Талицком лесном техникуме. Правда, недолго, в 29-м, по обвинению в белогвардейском кулацком происхождении, его исключают из комсомола и отчисляют. Весной следующего года Николай уже в Кудымкаре. Из воспоминаний скрипичного мастера Андрея Кылосова. В 30-х приятельствовал с разведчиком Николаем Кузнецовым. Когда он появился в Кудымкаре, его сразу заметили многие. При знакомстве сказал мне: «А я из Качевского района, Качевская зонка, коми морт миков». Николай Иванович хорошо владел нашим языком. Бывало, он меня спросит: «Андрико, скажи, как правильно называется по-нашему, по коми значит, черемуха?» Пока я раздумываю, а он уже называет. Кстати, язык Николай Иванович мог знать и до Кудымкара. В его родной Зырянке раньше проживали коми-зыряне, а значит, звучал и коми-язык, возможно, и в семье Кузнецова. Молодой, подтянутый, в полувоенном пальто и фуражке. Его отличали чувство юмора, жизнерадостность и уравновешенный характер. По своей профессии Николай Кузнецов был таксатором.
Специалист, который занимался оценкой лесных насаждений, прежде всего на предмет промышленного освоения природных богатств. Какое-то время Николай Кузнецов служил помощником таксатора в Коми-Пермяцком окружном землеуправлении. Заметил, что коллеги занимаются махинациями и подлогами. Молчать не стал. Жуликом тюрьма, однако, и сам Кузнецов пострадал от своей честности. За халатность его вновь исключают из комсомола. Да еще и с волчьим билетом. Дают год исправительных работ и штраф 15% от заработной платы. Позже приговор отменят, но клеймо халатности останется на всю жизнь. Тогда он и представить себе не мог, насколько крутой поворот судьбы его ждет впереди. А пока принимает участие в рейдах коллективизации, убеждает крестьян вступать в колхозы. Смелый, решительный, да еще и со знанием языков, его просто не могли не заметить в НКВД. С июня 32-го в свой 21 год он в рядах чекистов. Так лесничий райотдела становится секретным сотрудником под кодовым именем Кулик. Судимости, спорные моменты в его биографии, с одной стороны, не позволяли взять его на службу. С другой стороны, антисоветская репутация в перспективе могла сыграть только на руку. В то время руководство органов государственной безопасности этого не боялось. Не боялось именно смелых людей, которые могут пойти на какой-то экспромт. Кузнецов приезжает уже в 34-м и весь следующий год трудится на «Уралмаш» рассыховщиком бюро технического контроля. К тому времени это крупнейший завод страны. В 35-м здесь работает уже больше 300 иностранных специалистов. И начальники, и его друзья обращали внимание, что он слишком много вертится среди иностранных спецов. И говорили ему: «Коля, ты смотри, на тебя внимание-то соответствующие органы обратят. Может быть, безбашенность, то, что он так вот общался с иностранцами, это не просто шло от его желания, а, возможно, это были какие-то поручения». А уже тогда он начал оказывать содействие тем задачам, которые стояли перед советской контрразведкой. Кулик – ученый, колонист. Псевдонимы Кузнецову для конспирации то и дело меняли. Сам же он старался завести полезные для дела связи среди немецких спецов, сотрудников завода. Оборудование сюда привозили из Германии, станки монтировали иностранные поставщики. Но все, что те предпринимали, необходимо было отслеживать. Станки должны были вытачивать детали для советских пушек. Поэтому вчерашние партнеры в какой-то момент стали недругами и шпионами. Даже имена их известны из истории: инженер Генрих Затлер, токарь Генрих Раб и механик Мартин Ренкер. Их осудили в 37-м. Возможно, благодаря данным, добытым Кузнецовым. Я думаю, что именно для него придумали даже должность при заводе — расцеховщик. И это позволяло ему, опять же, достаточно свободно ходить по заводу, общаться. И он очень широко этим пользовался, потому что он, ну, во-первых, перенимал привычки. Все-таки у каждой национальности есть, да, своя особенность. Очень много расспрашивал про обычаи. То есть он общался с людьми и в то время впитывал как губка то, что нужно прежде всего. В Свердловске Кузнецову создали все условия. Предоставили квартиру в престижном доме на улице Ленина. Николай Иванович не был стеснен в средствах. Часто обедал в столовой городка чекистов. Напротив дома, где жил. Вот по этим самым ступенькам Николай Иванович каждый день возвращался домой после трудного рабочего дня. Типичная многоэтажка в самом центре Свердловска. Квартира номер 49. Сейчас в этом легендарном месте, похоже, никто не живет.
Николай Иванович любил гулять в свободное время. Любимым местом прогулок была улица Вайнера, где, кстати, располагалось областное управление НКВД. Из воспоминаний сослуживца Николая Кузнецова Баранова. «Однажды вечером я сошел с трамвая на Ленина-Толмачева и пошел в сторону набережной, мимо почты. Вижу, идет навстречу, не торопясь, Николай Кузнецов в темных очках. Взглянули друг на друга и прошли. Через несколько шагов я остановился и стал смотреть ему вслед, думая, что он должен оглянуться и проверить, узнал я его или нет. Действительно, пройдя несколько шагов, он оглянулся. Смеясь, я, шутя, погрозил ему пальцем и поманил его к себе. Он подошел и, смеясь, оба поздоровались за руку. Я спросил: «Для чего ты надел темные очки?» А он говорит: «Я нечаянно взглянул на электрическую сварку». Я говорю: «Шутник». И мы оба посмеялись и разошлись. Кузнецов любил принимать у себя иностранных гостей. Это смущало и даже тревожило его родных. Семья не подозревала об истинных причинах этих шумных застолий. Близкие боялись, что связи с иностранцами приведут к аресту. Опасения оказались не напрасны. В начале 1938-го за контрреволюционную деятельность Кузнецов провел в тюрьме несколько месяцев. Ожидаемо, его увольняют с завода. Возможно, чтобы сохранить его правильную репутацию. Легенду для следующих внедрений. Примерно в это же время в Коми кризис лесной промышленности. Республика не выполняет план по лесозаготовкам. Чтобы выяснить причины, Кузнецова направляют в Сыктывкар. Говорят, по протекции самого наркома внутренних дел Журавлева. Николай Кузнецов мог быть привезен в республику с тем, чтобы, просмотрев документы, да, убедиться в том, что была ли тут какая-то преступная деятельность или это была элементарная халатность. Но это можно лишь только предполагать. Но кто по итогам сыктывкарского периода рекомендовал Кузнецова главному управлению НКВД, до сих пор остается загадкой. Конечно, Кузнецова проверяли. В первую очередь на стойкость характера, о чем говорят его многочисленные внедрения. Его готовили к большой работе в совершенно ином статусе. Леонид Райхман, который в то время работал в секретно-политических отделах ОГПУ НКВД, вспоминает один из таких эпизодов. У него как-то гостил вернувшийся из Германии старый товарищ. Райхман попросил поговорить его с Кузнецовым по телефону. Из воспоминаний сотрудника органов госбезопасности Леонида Райхмана. Я выразительно посмотрел на него, а в трубку сказал: «Сейчас с вами будут говорить по-немецки». Мой друг побеседовал несколько минут и, прикрыв микрофон ладонью, сказал удивленно: «Говорит, как исконный берлинец». Кузнецов получает статус особо засекреченного специального агента. Внештатный сотрудник, о существовании которого многие его коллеги даже не догадывались. Позже Леонид Райхман так опишет впечатление от их первой встречи. «Когда он только ступил на порог, я прямо-таки ахнул. Настоящий ариец. Росту выше среднего, стройный, худощавый, но крепкий, блондин, нос прямой, глаза серо-голубые. Настоящий немец, но без этаких примет аристократического вырождения. И прекрасная выправка, словно у кадрового военного. И это уральский лесовик». Вот обратите внимание на фотографии, да, разные поры. Ведь на некоторых, ну, обычный деревенский паренек, даже он там не русоволосый, а темно-русые волосы, ничем не приглядны. Да, проходит некоторое время, и мы видим уже другого человека, такого арийской внешности, особенно когда одевает, да, статного. Общеизвестный факт – это любовь Николая Ивановича к театру. Наверное, не просто так. Любовь к театру, наверное, любовь к перевоплощению. Москва оценила и его арийскую внешность, и лингвистические способности. Рудольфа Шмидта, фамилию, к слову, просто перевели на немецкий, селят в шикарной конспиративной квартире в центре столицы на Старой Басманной.
Теперь он инженер-испытатель Московского авиационного завода номер 22. Рядом, в саду имени Баумана, Кузнецов встречается со своими кураторами. Частенько появляется в ресторанах в Столешниковом переулке. Заводит знакомства с иностранцами. Посещает светские мероприятия. Часто бывает в Большом театре. Знает всех друзей и даже любовниц дипломатов. Разведчик слывет похитителем женских сердец. Здесь немаловажную роль играло личное обаяние Николая Ивановича Кузнецова, потому что вот тот его внутренний, возможно, шарм, умение общаться, вот, как, в общем-то, и с женским полом, так и с мужским, с мужчинами. Он действительно вращался среди московской интеллигенции, приближенной к Большому театру, соответственно, заводил знакомства среди немецких дипломатов. Архивные документы повествуют, что спецагент Шмидт внедрен в окружение военного атташе Германии в Москве Эрнста Кёстринга. Это позволяет чекистам по крупицам добывать необходимую информацию о военных планах Германии. Страна жила ожиданием войны. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Июля 41-го сформирована особая группа при Наркоме внутренних дел СССР. Отдельная мотострелковая бригада особого назначения. Она должна была вести разведывательные операции против Германии, создавать агентурную сеть, вести партизанскую войну. Из бойцов бригады создавали разведывательные группы. Их забрасывали во вражеский тыл. Николай Кузнецов под именем германского офицера Пауля Зиберта направляется в подмосковный Красногорск. В лагерь для военнопленных, чтобы на практике закрепить свои знания немецкого. Теперь это обер-лейтенант. После госпиталя, по легенде, направлен хозяйственным управлением в качестве чрезвычайного уполномоченного по использованию материальных ресурсов оккупированных областей СССР в интересах вермахта. Сначала определен в Люфтваффе, а затем переведен в пехоту. Его забросили в концлагерь, да, в немецкий концлагерь, с тем, чтобы он научился там солдатским разным словечкам. И это тоже позволило где-то быть, так сказать, в свободном общении, использовать полученный сленг для пользы дела. 25 августа 42-го в партизанском отряде Дмитрия Медведева победители встречают еще одну группу из Москвы. Здесь давно ждали красноармейца Грачева. Это еще один псевдоним разведчика. По воспоминаниям членов отряда, он практически не разговаривал. Он все-таки был немецким офицером, а об этом отряде знали не все, лишь 3 человека об этом знали. Для многих было удивительно, что жил он в отдельной землянке. К костру он подходил очень редко, потому что трудно, конечно, представить себе немецкого офицера, который пахнет костром. Более того, чтобы он выглядел как холеный немецкий офицер, ему выдавали и дополнительные пайки, и даже разведчики приносили чудесные одеколоны для того, чтобы он соответствовал образу немецкого офицера. 1943 год. Длинный прыжок. Это кодовое название немецкого заговора. Цель – Большая Тройка.
Место действия – Тегеранская конференция. Руководители антигитлеровской коалиции Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль по задумке должны быть уничтожены. Дает добро на операцию лично Адольф Гитлер. Операция готовится в условиях строжайшей секретности. Уникальные данные для советской разведки добывает Николай Кузнецов. Вернее, Пауль Зибер. В то время тренировки немецких диверсантов проходили в предгорьях Карпат, напишет позже в своих мемуарах начальник особой группы при НКВД Павел Судоплатов. Здесь и работала группа разведчика Кузнецова, по легенде, старшего лейтенанта вермахта Пауля Зиберта. Ему, по одной из версий, задолжал штурмбанфюрер СС Ханс Ульрих фон Ортель. В качестве расплаты немец предлагает иранские ковры, которые везет из деловой поездки в Тегеран. Этот и другие факты натолкнули разведчика на определенные выводы. Он умел располагать себе. Еще одной особенностью его было, когда он знакомился с людьми, он старался быть интересен им и подобен им. Он растворялся в этих людях. Тем самым ему достаточно легко давалась вербовка. Еще одной сенсацией среди множества разведданных, переданных Кузнецовым за время работы в немецком тылу для советской разведки, стала информация об операции «Волчье логово». Случилось это в 43-м. После допроса начальника отдела рейхкомиссариата майора Гаана и пристального изучения его секретных документов, Кузнецов получает важнейшую информацию – в 8 километрах от Винницы сооружен немецкий бункер. Долгое время там пребывает и сам Адольф Гитлер. Информация о Вервольфе срочно передана в Москву. Разведчиков встречал, но немного. Люди, конечно, необычные, неординарные. Они имеют очень широкий кругозор, знания языков. Они высокоинтеллектуально подготовлены в образовательном отношении, но они никогда не кичатся этим, никогда не выпячивают. Они всегда стараются разговаривать с тобой как равный с равным. Среди заданий, которые получает Кузнецов, уничтожение высших офицерских чинов вермахта. Главная цель нашего разведчика – рейхкомиссар Украины Эрих Кох. Первое покушение на Коха Кузнецов планировал совершить на параде в честь дня рождения фюрера. Не вышло. Тогда разведчик записался на личный прием к рейхкомиссару, якобы по семейным вопросам. Но план сорвался и в этот раз. Способность сохранять хладнокровие, способность искать выход практически из любой ситуации. Кузнецов для нас... это человек, который нам обеспечивает взгляд на работу разведчика в массовом сознании целиком. Вот то, что мы знаем о работе разведчика, мы знаем на основе его жизни во многом. Располагал к знакомству с многими немецкими офицерами. Он легко находил удачные знакомства. И здесь в Ровно даже сформировалась группа, которая помогала ему. Даже парикмахер во время стрижки, у которого был уничтожен один из высших немецких офицеров. К тому времени ориентировки с описанием разведчика уже имели многие немецкие патрули в Западной Украине. Его искали и нашли. Ориентировки были немцами разосланы, в том числе и в националистические организации. Аумовцы знали, что немцы разыскивают Гаупмана, немецкого капитана. Вот, и они были ориентированы на то, что есть немецкий Гаупман, которого нужно... по крайней мере, поймать. Командир отряда Медведев приказывает Кузнецову отправляться вслед за отступающими немецкими войсками. Первая остановка во Львове. У границы группа встречается с неизвестными, по некоторым данным, бойцами УПА, украинской повстанческой армии. По одной из версий, в ходе перестрелки советский контрразведчик был убит. Возникает вопрос, а погиб ли он вообще? Да, может быть, кто-то, да, похоже на него. То есть версия того, что он мог остаться в живых, конечно же, да. Для контрразведчика такая вот загадочная смерть, она тоже является, ну, условным. Возможное захоронение группы Кузнецова обнаружено в сентябре 59-го благодаря поисковой работе боевого товарища Николая Струдинского. Он и добился перезахоронения предполагаемых останков
герой Советского Союза Николая Кузнецова на холме славы во Львове. Сейчас иногда говорят, Кузнецов — это такой советский Джеймс Бонд, или русский Джеймс Бонд, или уральский Джеймс Бонд. Но можно сказать наоборот. Это Бонд, британский Кузнецов, и между ними есть одна важная разница. И вы понимаете, какая? Бонд выдуманный. Не Кузнецов, настоящий. И подвиги его точно такие же настоящие. Профессия разведчика – непростая профессия. И вот хочется сказать, что при жизни мы о них почти ничего не знаем. Да и о большинстве из них после смерти узнаем очень и очень мало. Тем более следует сказать, что эти легендарные личности должны стать примером для нас в нашей повседневной жизни, для наших детей и внуков. Вся его жизнь – это бесконечная череда испытаний. Это труд, труд, труд и снова труд. То есть он герой в том смысле, что он делает себя таковым. Он делает вещи, которые оцениваются обществом как героические. И действует он при этом не в своих интересах, а в интересах именно этого общества. То есть он герой в том смысле, в котором это слово использовалось именно в Советском Союзе. Это жизнь самопожертвования. То есть он реально знал, что он оттуда не вернется. Не голословный патриот, а именно искренне любящий свою родину. Таким и был Николай Иванович Кузнецов.